на сегодня-завтра по планам здесь сделать замес этого фасада, точнее в этом фасаде дверцу, по возможности более-менее широкую, чтобы можно было туда подавать сено, специально для сена. Сейчас этот фасад обшит старыми какими-то металлическими листами тонкими, и вот по плану на сегодня и завтра эти листы отшить, сделать каркас для, ну, проем для двери, и потом сделать саму дверку и прикрепить на петли. Этот чердак планируется использовать под сено для коз, потому что это курятник по сути. Ну, курятник с чердаком, что дает возможность туда складировать сено. Потому что если специально сейчас строить здесь или где-то в другом месте сенник, это будет, во-первых, время затратно, во-вторых, финансово затратно, и в-третьих, насколько это вопрос. Потому что планируется, что козы переедут в другое место жить, и там нужно будет строить новый козятник, и уже с сенником буду строить. Ну а это, скорее всего, будет снова курятник потом, со временем, через год-два. Вот такая задача. Посмотрим, что будет получаться. Сегодня мы первый раз в этом году, не считая ранней-ранней весны, даже, наверное, зимы еще. Вот мы первый раз в этом году открываем этот чердак. Ну, естественно, что там сейчас скопилось очень много ос. И мы этот чердак сегодня будем обрабатывать для того, чтобы иметь возможность работать. Так как у нас по плану там сделать люк еще один, ну, дверку еще одну на той стороне, для удобства заноса сена туда, нужно избавиться от ос, иначе работать будет невозможно. Как показала позапрошлая практика, прошлая практика, осы нападают, и невозможно. Видно, сколько. Видно уже, сколько тут ульев свилось на двери. И осы летают. А? Я думал, здесь двери сделаны, нет здесь двери. Конечно, нету. Нет, там-то сделано в дому. Тоже закрыто. А, вот где партизаны. Хана им. Да, все уже. Что-то... Там дыра большая в шифе. Да. Да вот такая, вот такое окно. Чем-то пробило. Сверху пробило чем-то, как будто кто выстрелил. Как будто камень бросил. Ну вот надо по-хорошему этот чердак сейчас весь освобождать, чтобы видно было. Ну вот из этого. И застилать. Хлама точно. Зачем эти рамы со стеклом? Да ни к чему они вообще. А?
Да, все плохо. Ну ладно. Вот такой вот прогресс. Частично отшил, осталось немножко. Еще подумаю, надо будет полностью отшивать или нет. Ну, возможно, даже полностью отошью все это железо, чтобы уже по-новому пришить другие листы. Без вот этих вертикальных швов хочу сделать. Вот так выглядит снутри отшитый фасад у чердака. Чердак по объему небольшой, но думаю, четырем маленьким козочкам на зиму хватит. Так вот он будет здесь зашиваться и вырезаться. Дверки будут. А это все мы уберем. Это весь лишний хлам. Ну вот я сейчас сделал с этой стороны такие вот распорки, связки. Это будут две створочки. То есть посередине вот здесь вот. И внизу здесь вот с той стороны будет отпиливаться ножовкой. После того, как будут прикручены петли, 4 петли, здесь вот распилится. Эти створочки наружу откроются. Вот. И это будет вот такая вот калиточка. Не совсем маленькая, но зато удобно сено затаскивать будет. Вот времечко подошло ближе к вечеру. И работа закончилась сегодня на определенном этапе. Это то, что мы сделали вот эти створочки. Долгое время ушло на выковыривание гвоздей, потому что приходилось их оттуда выковыривать, потому что с другой стороны их было не выбить, и поэтому пришлось делать углубления такие, чтобы достать до шляпок гвоздей. И на это ушло очень много времени, прям очень много времени. А так эти створочки готовы, открываются. Открываются только на 90 градусов, больше не открываются, потому что мешает шифер на крыше. Но в принципе это не страшно. Даже если на 90 градусов обе створки откроются, то можно будет загружать. Неудобство будет не такое уж и сильное. Проем получился хороший. Где-то метр тридцать ширину и высоту. Ну, наверное, где-то так же. Может, чуть повыше по коньку. 1,50 м. Ну, то есть, в принципе, нормально, удобно. Осталось только подумать, что сделать с этими щелками, как их закрыть. Ну, в принципе, и все. Сегодня я планирую с этого чердака выкинуть весь или почти весь хлам, что там лежит. Потому что он, во-первых, мешается, потому что нужно будет пол застилать, щели все закрывать. И для этого нужно маневрировать, там место нужно. А там сейчас это невозможно, потому что хлама пол чердака. Ну и во-вторых, там грязище, и нужно все это вычищать, конечно.
потому что там ходить невозможно, так можно и астму заработать, там, не знаю. И в-третьих, еще это же чердак будет использоваться под сенник. Ну и естественно, что для сена нужно освобождать место. Поэтому поехали посмотрим, что там. У нас на чердаке над курятником. Вот так вот. Такой здесь пока завальчик. Не сказать, что огромный, но потребуется время, чтобы это все вынести лишнее. Ну а потом нужно будет закрывать щели. Вот таким образом сделана крыша на чердаке. Крыша вся на скобах, вот там забиты, видны скобы. И просто между собой состыкованы, по-моему, на гвоздики забиты, да, с зарезочками бревнышки, поставлены забитые гвоздики, стянуты вот этими обрешеточками вот этой между собой. Раскосины стоят, чтобы не падали стропила. И шифер, когда уже настелили, забили там гвоздями, конек держится вот на таких вот скрудочках, на палочках, палочка с проволочкой, и конек привязан на гвозде, по-моему, или на чем-то таком, на крючке. И держится на шифере конек за счет вот такой системы. К вопросу, как же спустить вот большие, огромные рамы оконные, которые я уже отчасти спустил. Но все-таки, как спускать их более-менее одному. Более-менее ненапряжно. Это надо делать ступеньки. Так, чтобы под каждый этап спуска. То есть, если я их буду просто сейчас укладывать по горизонту, как я до этого делал, это будет неудобно. Не совсем удобно, но и вообще неудобно. Потому что приходится начинать вот снизу, я слезу на пол, и приходится с самой верхней начинать вытаскивать, что бывает очень затруднительно из-за всяких там углов, ручки, всего подобного. Но это, в принципе, и с досками все так же. Может быть, то есть надо какие-то ступеньки делать. Вот поставили лестницу. Уже удобно, я вот эту раму возьму, поставлю на лестницу. Все их поставлю на лестницу. А потом уже с лестницы, ну, слезу отсюда. И с лестницы буду брать, спокойно уносить, куда мне надо. Еще важно при работе со стеклом обязательно такие мощные перчатки надевать, чтобы не порезаться, потому что через тонкие перчаточки какие-нибудь обычные можно вообще легко порезаться, не заметить даже. Поэтому обязательно нужно защищаться. На чердаке оказалось очень много хлама. И вот это, что я накидал, здесь вот наставили. Это только часть этого хлама, что там все в пылище. Без респиратора вообще там невозможно работать. И вот сегодня придется все это убирать, складировать пока. А потом уже только будем полом заниматься, доделывать. Переделывать, доделывать.
скорее всего, сложим вон туда, к заборчику, вот сюда. Ну вот, какие результаты сегодня за день. В принципе, почти что полностью освободили чердак. Почему почти что? Потому что там остались только один слой досочек на полу, но многие из них придется еще отрывать и подрезать под нужные размеры там, чтобы настелить продолжение. А так, хлама сегодня получилось много, частично хлам у нас с этого чердака здесь, частично в этой куче, частично в машине, где-то четверть машины там, четверть кузова набилась мусором, частично здесь, здесь, вот эти доски, все с чердака. На самом чердаке сейчас более-менее стало, я подметал, наверное, часа полтора. Подмести нужно было обязательно, потому что иначе невозможно было бы работать потом. А так сейчас чердак выглядит вот так. То есть более-менее подметенные досочки, один слой. Со стропил тоже я смел. Ну так, не совсем уж тщательно, но основную массу я смел. Этой грязи, этой висюлек всяких пылевых. Вот, подмел. Остались только досточки. Один слой, который я буду... Ну, не здесь, а на той стороне там буду равнять. И равнять в основном буду не длинные, а вот эти короткие. Значит, вот эти будут подрываться и равняться будут четко посередине вот этого бревна, вот этой посередине балки, чтобы отсюда и дальше туда до конца посередить еще один, вторую половину этой крыши закрыть. Вот отсюда она выглядит. О, кстати, ограда. С этого края она выглядит как-то вот так. Частично там доложится еще досочками крыши. Бока зашьются, там где курятник, досочками. Ну и сюда продолжение. Я бы хотел это все, конечно, убрать. Но, наверное, все-таки оставлю эту пыль. Пусть она уж будет. Не хочется выгребать, потому что если ее выгребать, тут еще затянется на полдня. С совочком, тут с ведерком надо будет все это выгребать. Но, в принципе, лежит. Ну, а досточки, вот, этот один слой мы, конечно, пришьем все. А насчет второго слоя сверху, чтобы щели закрыть, я не знаю. Возможно, и даже, наверное, скорее всего, мы его делать не будем. Чтобы была, естественно, вентиляция, потому что тут будет стоять все равно сено зимой. Тут как бы и так будет нормально. Ну и пусть будет, естественно, вентиляция. Ну и ходить можно. Так что насчет второго слоя я смысла особого не вижу. Но, конечно, в процессе работы будет видно. Потому что вот эта работа отличается. Работа над какой-то старой конструкцией, переделкой, доделкой.
отличается от новой, от работы над новым каким-то проектом тем, что ты в новом проекте ты до мелочей знаешь уже, что тебе надо сделать и как это все будет. Но если какие-то в ходе работы появляются нюансы, то они, как правило, не критичные. Но здесь же, как точно, нужно будет поступить потом в итоге. Это уже будет показывать практика. Надо только начинать, и уже в процессе работы будет ясно, как лучше. Ну, пока так. На сегодня все. Продолжение ждет завтра. А сверху это выглядит примерно вот так. Весь этот хлам. Так что на сегодня задача. Стелю сейчас доски длинные с этого края, продолжаю здесь уже с учетом люка, стелю остаток длинных на тот край, зашиваю, если сегодня это будет все, на следующий день я зашиваю ту половину также, делаю люк обязательно и края. В этом деле мне помогают мои подруги. Всегда мне помогут с советом, с поддержкой словом. В общем, эксперты на своем почетном месте. Им даже не обязательно сюда смотреть. Они и так мне помогут. И еще там эксперты лежат, но это уже совсем тяжелая артиллерия, когда мне нужна будет помощь. Когда эти эксперты с этим не справятся, да я пойду вот у тех экспертов просить совета. Работа над потолком здесь, над полом на чердаке или над потолком в клетке закончилась на следующем этапе. Здесь постелены досочки, но не до самого конца, потому что там обрезочки надо будет стелить. И постелены досочки вот, ну, половина. То есть закрыт только сам козятник, козовник, курятник бывший. И дальше вторая половина не закрыта. То есть сегодня по плану закрыть вторую половину досками. И если позволит время еще, то постараюсь закрыть периметр обрезками. Ну а дальше ситуация покажет. А еще успели осы свить новое гнездо или заселить старое гнездо, свои яйца отложить. И придется сейчас мне с ними бороться. Сегодня моя задача — это закрыть здесь периметр. Вот этот периметр весь закрыть. Чердак, конечно, сделан вообще неправильно. Стропильная система тут. И поэтому зашивать сейчас очень трудно, и ну и не зашить тут нормально, придется все в заплатках делать, и то потом, когда я буду здесь дезинфицировать, придется пленкой закрывать, щелки чем-то подтыкать еще. В общем, работы тут море станет. Ну вот, сначала пошел зашивать я досками, там видно досточки пришиты, но потом понял, что так неделя у меня уйдет, поэтому старая ОСБ сейчас расшиваю и прикручиваю
То есть мне нужно еще сделать раз, два, три. Четыре, пять больших листов и раз, два, три, четыре, пять, шесть небольших листов и позакрывать щелки. Ну, в общем, работы все равно еще много. Что ж, я думаю, что сегодняшний день как раз и уйдет на это все. Ну и плюсом мне нужно отремонтировать короба, вот эти свисы у кровли, потому что там много где отравились досточки. Помощницы пришли, разрушительницы. В общем, так. Вот такие вот нарезочки я делаю, заготовочки для того, чтобы вставить между стропилами. Там вот щель, огромная щель, и по-другому ее, в принципе, но можно доску внутрь подложить между скобами, где есть возможность. Но потом все равно придется закрывать там щели, вырезать эти ОСБ, ОСП, поэтому смысла нет двойную работу делать, я сразу вырезаю большие листы и вкладываю. Там, где не хватит ОСБ моего, там я буду, конечно, дорезать досками. Возьму для нарезки уже не болгарку, а пилу, электропилу, чтобы быстрее было все нарезать. Но пока, в принципе, болгарочкой тоненькая ОСБ идет хорошо. Продолжу и дальше. Вот. Режу ее в наушниках, в очках. И здесь по месту уже все расчерчиваю и нарезаю. Вот где коза любит спать. Крышу. У нее здесь вишня любимая, она ее кушает и отдыхает. Ну вот такая ситуация получается. Приходится измерять от этой стропилины до той стропилины расстояние и по ней вырезать вот такую плитку ОСБ. И я ее вот так вкладываю. Еще такие вот вырезы приходится делать из этих скоб. Потом еще щелки все буду закрывать. В общем, тут работы море. Ну и пришиваю я ее просто на два саморезика. И все. Вот так она будет держаться. В принципе, этот чердак будет для сена, поэтому сильно тут как бы и не надо ничего упаковывать, даже лишняя вентиляция она будет даже и лучше. Единственное, что когда я буду этот курятник обеззараживать, дезинфицировать, придется здесь вот этот пятак, где этот курятник, мне придется вот сверху здесь ложить пленку, чтобы дым от йодовой шишки он не выходил сильно. Все равно будет выходить, потому что все щели не закрыть. Ну, чтобы сильно хотя бы не выходил. Ну, я, наверное, не одну, а парочку, три шашки сделаю, запулю сразу же, чтобы концентрация была нормальная. Вот. Ну, а для сена
вот эти штучки пойдут. В принципе, то, что пол здесь сделан из всяких разных остатков, ну, как бы, в принципе, гармонирует с этим сараем. Это то, что мне досталось, сам не делал. И здесь уже было такое. Тоже древняя постройка. И сделана из того, что было. И теми руками, какие были. Поэтому, в принципе, тут все сочетается. Ничего не дисгармонирует. Все гармонично. В принципе, для временного сеновала пойдет. Ну вот, я закрыл периметр ОСБ листиками, кроме вот этих щелочек, дырочек. Их я еще буду закрывать. И вот здесь большая дырка, тоже буду закрывать. В общем, сейчас у меня начинается работа над вот этими заплатками. Их надо будет сделать много. Вот такие дырочки надо все по максимуму закрыть. Ну а там дырки, что останутся, я потом закрою пакетиками, чтобы газ не шел сквозь них. Вот. Продолжение следует.